В видео мы запишем подробную инструкцию, как установить двухуровневый натяжной потолок. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Команда. Игра фигур. Подписывайтесь на наш канал. Палец вверх. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Киса, ты замерзла, что ли? Ну, конечно, морозы такие. Здорово. Всем привет. Сегодня 26 февраля, и у нас монтаж в пригороде Аксу, село Евгеньевка Гагарина. Вот. Время у нас получается почти 12 часов. Мы еще даже не выезжаем туда, потому что задержались в джет-логистике, в транспортной, там пока все пришло, профиля, фотопечать, пока это все забрал Олег. Вот. Сейчас получается у нас с фордом проблемы, тут аккумулятор, генератор что-то, короче, нет, не работает. Сейчас будем грузить все в Жигули и на одной машине ехать полными туда. Все, там уже будем снимать по факту. Ой, боже ты мой, а. Оу, щит. Еще надо вот это вот все и вон то, и все вот сюда. Ты что там, жопа? Что ли? Ну сейчас, значит. Давай. Тьфу! Тут еще все сядут, много людей. Можем даже по пути еще подобрать кого-нибудь туда, довезти. Ну, если хочешь, давай не будем. Все нормально у вас? У нас? У нас телефон лучше звонит. Всех. Переключать? Пока обои, наверное, не занимаем, переключать. Да, на любой размер. Hello. Вон ребята отчаянные. У них печка, все работает. Мы заехали на монтаж. Получается, смотрите, вот. Вот такой вот зал. Здесь будет двухуровневый потолок. Вот там будет начинаться. Вот здесь вот заканчивается такая волна. Вот. Здесь у нас будет сатин белый. И фотопечать в углу. Везде будут светильники. Тут обычный потолок. Ну и там еще три потолочка небольших. Все, начнем делать. В этом видео мы запишем подробную инструкцию, как установить двухуровневый натяжной потолок. В первую очередь нужно отмерить уровень. Сейчас мы выменим низкие точки. Замерим конструкцию. Сколько у нас конструкция? 12, да, вообще? И вот сейчас мы найдем низкую точку и уже от нее будем отталкиваться, чтобы выставить уровень. С этой стороны у нас будет 120 сантиметров. Оттуда будет 100 сантиметров. Вот здесь начало. И она вот так вот дугой пойдет. Thank you.
команда. Так, ну все, смотрите, мы здесь все разметили. Вот видите, линии, не знаю, видно, нет. Нижний уровень, верхний уровень. Здесь будет переход. Ну и там то же самое. Вот. Далее мы пробиваем профиль. Низ, вверх. Получается. Ну и устанавливаем крепление под карниз, под светильники. И начинаем потом монтировать профиль. Это алюминиевый BP65 Pro Z. Вот он получается. Вот бещелевой. Полочка у нас 6,5 сантиметров. Сломался. Так, вот наш уголочек на уровне. Вот. Получается, верхний уровень прошелся, тут нижний уровень, и тут вот видите поворот сюда. И сюда мы уже будем стыковать алюминиевый профиль. Все. Установили крепление под карниз. Профиль пробили по периметру. Сейчас будем распаковывать профиля. Так, 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 где мой ножик? Распакуем и будем их крепить между собой. Потом подымем конструкцию готовую и прикрепим на уголки. Да, наверное. Сейчас. Какую? Мою какую? Вот эту? Крайнюю? Это вот первая у нас. Вот, смотрите, что у нас получается. Мы сейчас берем просто вот эту конструкцию. Три, получается, профиля. Мы их между собой сшиваем. И крепим, и все. Готовую конструкцию подвешиваем, получается. У нас будет переход, одно примыкание вот здесь. Ну и второе там. Все, поднимаем, крепим на уголочки. Шпалян. Валера! Угу. Стыканули. Сейчас еще один остался. Вот это вот. Да, он помнулся. Да? А, вот вижу. А. Все. Ничего страшного. Не, нормально, главное этот. Отбойник нормальный же. Все вышло? Нет.
резьбы нет. Ну, это из забора. Так, что-нибудь надавить надо. Что? Да вот, у меня вот это, резьбы у него нет. Не выключу. Оп, поехали. Так, его знаете, что надо? Да, вот туда его надо подать. Блин, зря я его вот так вот сделал. Во-во-во, нормально. Короче, подождите. Ого. Так, стоять так, как не делаем. Угу. Ничего не делаем. По-любому. Первый раз так без щели сделали. Ну, не вот, Олег. Не вот, а вот это. Вот это. Все, я прикручу. Я. Да, там, что у тебя? Ровно ставится? Ну, надо будет угол вот этот сточить, понял? Сточить только, да? Вот так подрезать, ну. А, ну все, в принципе, четко. Что, мне съездить сзади? На торцовке? Да. Все, не надо. Все уже? Да. Давай, может, я сверху? Да, вот здесь снизу. Не жалко, Валерка, не пальцы. Так, тут есть. Ну, у меня экологика, молодцы. Так, ну все, мы собрали. Сейчас осталось лазер выставить. По уровню закрепить. Вот этот профиль. Ну все, я его так выставил. Все. Да, а что там у Гены? Ну, у меня привязал стремянка моя, знаешь, своей. Тебе надо вот чуть-чуть ниже, да? Сейчас, ладно. Я могу просто прихватить на этот, правильно?
И вон там. Нет, это же надо по уровню делать. Не, нам видишь, сейчас надо сначала, наверное, клеить края. Я хочу прихватить, чтобы вон там видал какой-нибудь висит, вон сзади тебя. Все, получается, мы вот так крепим сапоги. Такие мебельные по уровню выставляем. И все, везде проходимся. Шагом примерно 60-50 сантиметров. Так, все, мы подготовили, получается, эту комнату. Скоро будем натягивать. Там еще остальное добьем. И начнем натяжечку. Так, вот такая вот конструкция получилась. Все, укрепили уголочки. Стыки все сделали. Подклеили, все, шкурили все стыки примыкания. Все, светильники разместили. Проводку прокинули. Все, скоро будем натягивать. We'll be right back.
Так, ну все, натянули мы потолочек в зал. Бесщелевой профиль ВП-65. Установили карниз, светильники. Вот так вот получилось. Hello. Натянули фотопечать, пленочка МСД премиум, белый сатин, вот такая вот печать. Сделали двухуровневый потолок, натянули фотопечать. Осталось у нас коридорчик, ванна и кухонька. Сейчас скоро закончим. Время уже у нас 8:30. Получается, ну мы начали, блин, ну сколько? Мы где-то 12 с 12:30 только начали работать. Время 10:00 вечера, мы закончили монтаж. Получается, у нас 7 потолочков. Двухуровневый, там фотопечать. Потом фотографии будут. Подписывайтесь на наш канал. Палец вверх. Спасибо за поддержку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот 60. Да, правильно.